Так, привет-привет, всем привет. Мы вот на машинке приехали. Папа фотографирует, Дима фотографирует, где мы находимся, потому что парковка огроменная. Тут парковочных таких зданий, наверное, 4 или 5, и вот такие большие. Кстати, здесь мы в самом... Или 25. Мы в самом конце стоим, поэтому здесь очень много мест. На самом деле, чем ближе к центру, тем там все забитие. Ой, Настюш правильно идет. Мы приехали в... я так подумала. Я имела в виду, что она идет по голубому, по синему. А, и вон я вижу лифты вот там вот. Мы приехали в центро, галерея Кауфхоф, купить набор кастрюль. У нас что-то сезон закупок вот такой, знаете, хозяйственных товаров. То мы ложки, вилки, ножи. Сейчас кастрюли. И хочу еще посмотреть, сейчас уже к Новому году готовятся очень-очень красивые такие новогодние всякие тарелочки красивые. Так, уже дошли до лифтов. Ну что, кто нажмет? Никто не нажмет. Смотрите. А мы здесь, мне кажется, были, да? Были, да. Так, ждем. Елизаветочка наша. Катается маленькая. Да? Мы уже пришли. Мы уже увидели. Вот, смотрите. Вот этот набор посуды мы хотим взять. Вот такой вот шикарный. Вот, 280 полная цена. Так, 89 сейчас стоит. Вот. Очень классный. Подходит под все. Вон, мы уже увидели, там две коробки есть, поэтому мы спокойненько походим и потом возьмем. Да. А вот посмотрите, какая тут красота. Новый год уже все. Вот это все будет гореть. Очень красиво. Сейчас еще вам покажу. Сервировка стола. Мы уже с Димой посмотрели, ну, очень-очень дорого. Единственное, я Диме говорю, может быть, сюда прийти после Нового года, как бы обычно идут распродажи. Посмотрите, какая красота. Вот тарелочки, все очень-очень дорогое. Вот смотрите, вот это блюдо огромное такое для фруктов, 130 евро. Вот такая вот, она как разделенная, 220. Очень, конечно, все дорогое, очень-очень дорого. Я думала, что это, знаете, для конфет. А, да, это для конфет, она открывается там. Вот какие красивые. Все-все красивое. Вот мне вот такой вот понравился. 55 евро. И он, кстати, похоже, как с деревянной. А, но за 55 евро, конечно, брать не будем. Разве что... Вон, а, нет, 49,90. Разве что после Нового года прийти сюда, если будут скидки, то вот я бы вот такого коника взяла бы. Много всего. Всякие стеклянные игрушечки. О, для любителей... Sony PlayStation, всякие грибочки. У меня дома столько красивых, мы только-только купили, осталось. А вот домик стеклянный. Дима любит домики, надо показать. Цена вот 5 евро, этот 6 евро. Ну, мы не будем из стекла брать игрушки, потому что это то, что у нас 100% разобьется. Так, прям глаза разбегаются, просто красота. Настеньке вот такое нравится. Видите, горит внутри домик. Ну, кстати, 20 евро всего стоит. Может, на Новый год и возьмем. Ну, не сегодня. Мне знаете, что понравилось? Сдалека увидела. Вот такая штучка деревянная. Я так понимаю, вон она заводится. 20 евро стоит. Заводится, как-то крутится. Такая красивая штучка. Надо будет Диме показать. Может, возьмем... Красота. Так. Все, мы тут ходим, гуляем, смотрим все. Смотрите, что мы нашли. Так понимаю, трубочка, все это самогонница, самогонный аппарат. И такие бутылочки. Кстати, вот одна бутылочка 2,99 стоит. Так вот самогончик варить можно. Вот это вот большая 129. Это не знаю сколько.
Там Дима смотрит всякие термосы. Дима хочет термос. Я нашла еще красивую новогоднюю посуду. Ой, вот какая красота, боже мой. 69, кстати. 69. Так. Лизонька, он заснула у меня. Вот, я вот сюда хотела. Сейчас я тут Лизу подставлю, чтобы она не уехала, ничего не разбила. А тут все тарелки дорогущие, ужас. Смотрите, какая красота. Вот этот стоит 150, вот этот вот. Очень красиво. Мне, кстати, что я бы себе купила? Я бы купила себе вот такую этажерку. Вот 160 стоит. А эту я не вижу почем. Но вот этажерочку я себе всегда хотела. У меня не было этажерки. О, смотрите, какой. 319. Очень все красиво. Рождественская композиция. Красиво. Надо будет после Нового года прийти. Может быть, будет, знаете, по скидкам. Конечно, я такое большое не возьму. Но вот этажерочка мне, конечно, мне всегда хотелось. Красивую этажерку. Вот такая вся красота. Вот такое, конечно, я не довезу никуда. Но может какую-то тарелку на память, статуэточку. Кукусики. Тут ходит мужчина и дает конфетки. Блин. Ну, это мужчина, имеется в виду консультант, выдает еще в галерее вот такие вот скидки. Так. 20 евро. Лизонька у нас проснулась и дает конфетку. Ну, а что ты не захотела, Настя, сразу? А я не знала, ты что шоколадку. Круто. Мы зашли в примерочную. Такая тут примерочная. Что мы, Дим, покажи? Что мы тебе там хотим померить? Такие вот джинсы спортивные. Кельвин Кляйн джинсы. Сколько они стоят? 100 евро, да? 120. Так, сейчас посмотрим. Лиза и проснулась. Детки вон сидят. Кстати, никого тут и нет в примерочных. Зато в Заре вы видели. Настя, ну, пожалуйста, не надо. Сколько там народу сейчас будет? Вон она я. Вот она я. А ну-ка, Дима. Ну, кстати, очень красиво. Тебе нравится сейчас быть потолще? Не знаю, вроде неплохо. Не широкие? Может, поменьше надо? А поменьше не надо, Дим? Ну, они на меня в поясе как раз хорошие. Да, может принести М-ку, но это Элька. Ну, очень хорошо. Красиво. Угу. Так, я все-таки сходила за размером поменьше М-ка. Кстати, мне очень нравится, Диме тоже. Ну, смотрите, что я еще прихватила. Толстовку Лакосте. Такая классная. Кстати, вот она, я не помню, сколько, 160 евро стоит. И штаны стоили 120, я не помню. Ну, то есть вместе где-то там 280 евро. Ну, оно очень красиво, конечно. Дима все смотрит. Дима. Штаны сутка. А сутка. А толстовка. Ну, сейчас. Так. Ну, это же это оригинальный магазин, да. 100 евро. И... так, сейчас посмотрим. 140, кстати, толстовка. То есть 240 евро, Дим. Пока будет скидка. Да. Красиво, очень красиво. Берем? Так, Елизавета, вот мы взяли уже. Дим, покажи наши кастрюльки. Покажи наши кастрюльки. Лиза. Вот, кстати, наши джинсы, толстовка. Лакоста. Сейчас будем платить уже на кассе. Кстати, вот эти вот шоколадки берем по 99 центов. Они по акции, не видно какие. Линта. Очень-очень вкусный. Черный шоколад. Ну, вкусный. Вон, три штучки взяли. Ага. Все, у нас уже пробил. Вот, кстати, 291 евро вышел. Кукусики. Все, мы уже вышли, вот взяли толстовку, или я уже показывала, не помню, джинсы там под низом бежат.
набор посуды. А Настя говорит, давайте я вас как экстрасенс сейчас отведу к нашей машине. Мы в последнее время подсели на битву экстрасенсов. Смотрим. Ой, машина нас пропускает. И Настя говорит, я буду как битва экстрасенсов, как экстрасенс. А сама-то знает, куда идти. Ой. Настя, Настя, ну... А как она колдует? Настя, я не вижу, Настя. А. Все, нашла. Откройте. Настя, ты настоящая маленькая ведьмочка, да? Нашла нашу машину? Как ты, Настя? Кстати, помните, я говорила, тут, Дима, все было пусто, помнишь? Ага. Посмотрите. Все-все забито, ни одного свободного места. Кстати, народу стало только больше и больше. Это ужас какой-то, да. Мы сейчас едем, хотим купить шашлыка и поехать домой. Мы уже сходили в магазин в Гауфер. Кстати, купили вот такую огромную капусту. Ну, я верхний лист сниму, но она реально большая. Килограмм, наверное, Дима говорит, 4-5. А, это я хочу голубцы. Мы купили фарш, всегда покупаем крупного помола. А, цукини, рис взяли, морковку по-корейски, виноград и баклажаны. Цена 20 евро взяли и 16 евро. Вот ждем. Вот там вот шашлычок. Вот там вот. Сейчас забираем шашлычок и домой отмечать Димину покупку и покупку посуды. Так что так. Дима несет вкусняшку, ну, Дима несет шашлычок. А мы что, только один взяли? А, наверное, все туда положил. Обычно Димочка в два ложит, да? Ага, там он в один там напихал. Так, можно? Да? Ага. Ну давай. И откроешь сразу. Конечно. Конечно, сейчас в нашей королеве все откроем. Давайте в машине, кстати, есть. Не, давайте уже дома, давайте.